Вам кажется, что Half-Life чего-то не хватает, да? Да-да, мне тоже кажется, что-то не хватает. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я вам покажу, как правильно включать карты. Ну, вот, к примеру, вот сюда, мне похрен. Вот карта загрузилась. И вот больно нам скучно на этой дряхлой говяшке лететь так. И мы просто делаем вот так вот. Вот это вот. Вот так 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 вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. 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 Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я благодарю вас за внимание. А сейчас пора ехать дальше пропагандировать спорт. Спасибо. До свидания. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да, пизда. Тр-та-та-та. Ой, ебать. Блядь, вот ты... А, ладно. Вот, ну вот, примерно обычный день халхависта. Просто обычный день Half-Life 2. Ой, там это, плохие люди бежат, да, свидания. Фамилия, имя, отчество. А, Зубенко Михаил Петрович. Кем является? Вор законен. Где именно? Шумиловский городок. Кличка. Мафиозник. Оля. Да не, вы нам не нужны. Уи-хи-хи-хи. Да-да. Ничего страшного, есть еще попытки. Вы скажете мне, что это странно. Как 12-летний ребенок научился распрыжке? Как профессиональный игрок Half-Life. А я вам расскажу. Секретно. Valve. Так, шарик. Ой, я забыл, их тут два. Смотрите, вы плохие люди. Вы сломали. Вы плохие люди, отстаньте от меня. Не понял. Ну, как бы это... Это довольно странно. Это грустно или весело? Иди отсюда, это? Иди отсюда, господь, ёпта. Это печально. Молимся. Печально, да. Ни хрена себе летательный аппарат. А, да, мы остановились на Б-хопе. Это очень легко, то есть. Ну... А тут идти дальше. Раз, два, три. А четвертый. Кис-кис-кис. Опа. Так и знал, что мы... Так, это сразу мне все. Ладно, поехали дальше. Берем, распрыгиваемся и уи-хи-хи. Я просто гонщик нелегальный. Ну, в принципе, на этом можно и закончить. Фамилия, имя, отчество. А, Зубенко Михаил Петрович. Кем является? Вор законен. Где именно? Шумиловский городок. Кличка? Мафиозник. Оля.